Я упал, меня поймали. Ай, блядь! Блядь, никуда хуйню не подобавляли. Чё там за дед появился, на? Вообще без структуры. Ну, это старик, блядь. Так это я, блядь. Я ж тебе говорю, я дед. А, это Серджи Фрик. Так, хорош, галдейте это. Где там притон? Пошли тухлого бить. Пусть шкаф и погнали сумонить. Подождите, а я за пойлом. Старуфанга выпала. Плащ, небось, с духом. Мы за пойлом. Сейчас гоняем. Нет, пояс выпал. Ну ладно. Я смотрю, челики появляются, но надо как-то для них обычку организовать. Ой, я на снежинке летаю. Ну так надо, наверное, завтра сделать обычку. Посмотрим. Если мы сегодня не убьем, то не получится завтра сделать обычку. Так что надо сегодня все убить. Две замены через полтора... Через час уже искать. Это вообще хуёво. Ау! Ну, палы есть для бафа. Друидов 4. Куда упрыгал? Вот сюда, ебаш. За мной. Забытый город. Ебать, лучше б я забыл. Такое не забыть. Физан топориком хочет стукать. Да, РДДшников. Вот как сейчас, 10 РДДшников. 8 миликов, так пацаны, нормально. Пацаны, кто-то Призан, разбирайся с Хелосом. Если он тебе уступит. Кого уступить? Там и так Призан ПДДшить хочет. Там и так 9-й ранг. Там 9 на 9. Уже это хуёво будет милика спекать. 9 на 9, 81. Я могу помочь. Понял, блин. А, ну я или один, да, буду. Да, да. Ну, блядь. Пацаны, а кто-то подарки находил? Да. Они на карте отображают? Да, фетиш выпал. Да какой, блядь, фетиш? Я полбакер выпал. А тебе трусы упадут. Ко мне. Чистые хотя бы. Ну так, почти сейчас смешно было. Вот сюда. Тыкаем, за... тыкаем. Вот, что за 500 епазик? А где все, блядь? А. Где все, говорит, нихуя нет никого. Нихуя себе за КД нормально будет. За КД? Ну, может кросит. Мне тоже сейчас это, КД приму, тоже 500 епазик. Так хотя чё, блядь, не было вчера, что? А, так это за 20 поселков. Со мной, дальше. Меня вчера не было. Ты ёбнулся. Это не та дверь. А кого не было ещё этого? Так выходи. Друида, инвалида выпусти тоже не было. Выпусти меня. Бекона. Нет. О, друид, инвалид, снаряд. Нихуя! Это можно в сову? Вот это можно в эрдру. Нахуй говорит, бро. Да, сумму ты мне случайно. Что я в четвертой пати, а это сова, ебать. В смысле как, блядь, мы в прошлый раз ебашили только так, да, синтеком. По ХПСу первые и вторые места. Да. Да ёшки, матрёшки, не та дверь. Ух ты, у тебя наконец-то что-то нормальное было в руке. А кого еще не было, блядь? Это за что и подают? За КД. За прием КД. Мы КД приняли, да. Сейчас? Рвения на не было, да, вроде? Не было. Это из-за того, что у них, блядь, несколько персонажей. Забей, потом сделаем после. Так меня вообще вчера не было, у меня там проблемы. Опять дальнобойщиком, да? Разбойника можно сам. Нет, все более грустно и печально. Куда еще печальнее? Опа. Хуяндук. Ну кто-то пивас уже хуярит. Костя, кончай панду набухивать. Кто? Кончай. Пошли их хуярить, они рядом. Там уже у этого у босса, блядь. Давай сутула притянем. Сутулы. Сюда. Там вон целая пачка сутулых. Ебать, Старфол ебашил, пацаны. Пачка сутулых. Хурюка еще нету. Диспелить можно? Чистое описание нашей гильдии. Пачка
Тройка сутулых, блядь. Хорош. Че, ты сам будешь танчить? Сутулые бичи. Да. А где Вилаша там офнулся? О. Парни, а вас не лагает? У вас не лагает? Не фризит? Лагает. Да нет. Эта игра не может не лагать. Может только во сне. Да не, просто это конченая обнова, она прям фризит жестко. Вообще, блядь, я помню, играл с вами очень долго, блядь, в какой-то момент мне начал уже просто РТС сниться, блядь, как мы играем, блядь. Поэтому я тебе перерывы делаю. Ретон, поставь еще раз скал. Во сне на РТС ходил, нормально. Оп. Приз отлетел. Ну все, ИП полутал, можно ливать, все правильно сделал. Сейчас ГП-шку сверху начислим. Хуя. Так. Этот самый. Кидайте обмен войду на бутылки. Я на бутылке. На бутылку. На бутылку, ладно. Нихуя две. Вилаша здесь. А чё ты не через банк? Да потом. Банк взломали. Там кто-то сообщение писал, бля. А бутылки какие БКшные даешь? Да. О, отлично. И этот. Так, вот не знаю, бидону что дать, СПД или сопрот лучше. Бидон, тебе еще сопрот может? Так, вот тебе сопрот тогда. Главное, когда Толик... шеф будет, блядь? Эм, а где на очередь становиться? Так у тебя квесты сделаны? Ну, мне нужно грань сделать, но грань сделаю. И если можно встать а на шем. А Войд сегодня свободен будет? Ёлоп. Ну, на шем я бы не вставал, а то можно упасть и как бы, ну, ты понял. Я понял. И под смех. Да, я не грабля. Если у меня два выходных, надо подольше поиграть. А тебе что, Вархель, на СПД или на сопрот дать? На СПД. Это тебе надо, а не нам надо. Вархель, нахуй тебе на СПД? А нахуй мне сопрот? В смысле, пейный интеллект, чё тупишь? Это, подожди. Так на банк поставьте, надо взять. Так бы сразу. Кому масло надо? Ебать, чё оно так долго берется? Ну, мне. Да, блядь, уйдите, я не взял еще нихуя. Ёбаный, я понял, блядь. Кидай в банки, пусть берут. Короче, три масла взял, таких и таких. Кому надо, там говорите. Так, давайте, Урихель. Синтеку чуть. Надо, ёбаный. Масло. Чё тебе там синтек надо, блядь? Хули ты там, блядь? Масло, фласки там. Заебался. Ему всё надо, он копит. Ну, между прочим, евреи вот это. Я уже 8 настроев драконьего разума. Тебе масло надо, да. Энх, не? Или у тебя есть? Там вот сову вертормашками трупанул. На СПД. Высыпется пиздец. Спасибо. Какого цвета эта накидка? Вы тоже видите вот эту хуйню на трусах? Так. Я тебе не давал на АП? Нет, мне чисто на АП. Масло у меня свое. Тогда спиздил обратно. Резин, ты видишь вот это на трусах? Вот эту хуйню? Так, рвение. Да. Масло на тело. Выпиваешь настой и поехал. Чё, все взяли? Дуритин Вулит у тебя есть? Все. Да, у меня всё. Так. Вот, у меня на трусах. Короче, все это самое, очень просто. Вы знаете, да? Три спорки в три места сносим. Вот. Вот, две здесь. Там, ну не знаю, допустим, давай там бидон звездочки, а призан в кружке.
Ну и это остальные хилы там раньше набираете. Главное, три человека, чтобы блевало не больше трех. Если больше блюет, то это хуево стоите. Рейндж хорошенько прям набирайте. Так, сейчас рыбу поставлю. А, он, у Вайша знаешь, сколько сделали хп, Клава? Сколько? 200 лямов? 308. Да ну нах. Серьезно. Ебанутые, блядь. Пристабав. А что там, совет прошел уже кто-то? Нет. Это они ебанутые, хуйню сделали. А, ты да. Это все готовы, да я чё-то. Горн. Равенин, чуть левее, пожалуйста, встань. 2, 1. Ну там истерию надо. Нет. Yeah. Бля. Спорки разносим. Одна под боссом. Одна под боссом, алло, нахуй. Блять, вы заебете и... нахуй. Ну так а в звезде где теперь? Сука, не делайте хуйню. Вы что, блять? И вот эту хуйню пельмень не ловите. Отец же хукмастера и Ваня, шасик. Пельмень, смотрите под ногами, блять. Куда он перебежали. Вон зеленая параша прилетает. Два хила блюют. Остальные захиливайте их. Спорки. Ну звезду отнеси, кто там стоит, блядь. Понял. Ну что, бичи совсем? Где звезде спора, блядь? Сейчас он вдохнет, еще это сильнее начинаем бой дохилить. Так, Вадикон по Варахелю, Синтек тоже по Варахелю. Жатастик тоже по Варахелю, залейте Инер. Бидон ставь тотем, Шадоу гимна ману. Спорки последний раз разносим. Кружок. Бляш. Готовимся сейчас массакру отдавать. Так, даем. Shadow гим на хп. Нормально. Так, все. Теперь Вилашу хилим, частицу перекидывай на него. На пул на него тоже накиньте разок. Так, давай я отнесу в кружок. Хотя сейчас уже вроде не надо. Начал дать дамага бы ему вечно. ДПС хуйня какая-то, блядь. Там по КД пельмени ловят. Да вон у пристов залупа полная, не ДПС. Я влагаю жестко вообще, у меня одни кадры.
Опа, нихуя, на 21 разогнался чуть-чуть. Да, вообще неплохо. Твоя малышечка. Ебать, это шо, бис? Не зря, да, Элемом пошел? Ну да, блять, вообще заебись цифра. 21. Нормально. А, только, наверное, на этом, Слав, на ланателе, скорее всего, палом пойду. Угу. А щиток хочу, вдруг упадет. Все равно там почти никому не нужен, кроме рарника, наверное, да? Седжи, да. Тебе надо эта хуйня? Да. Пизда. Понятно, блять. Нихуя себе. Это на ММО, если что, я не знаю, он будет в Т5 играться, нет? Да. Осколок. Угу. Так, а это надо кому-то? Да, сможешь скинуть на Миндарка? Чё, у тебя квест есть? Да. Тебе Мордаунт отдал? Угу. Да. Спасибо. Не, я у него спросил, типа... Не-не, мне не надо, я ДЦ основной же играю, да, я не хочу выходить. А кто-то пояс еще ролил этот? Да, сейчас ролил. Энх ролил, 50 нажимал. Так. А кому-то себе кольцо надо? ДС-ки я все нафармил. Еще в долги влез. Все забрал. Отдал пояс Энку, короче. А на нем тоже пельмени лететь будут или нет? Нет. Буду сидеть. Так, кто стоял на рендже, быстренько, кто там, Вадикон, Притон, Хэлла, ФПМ, объясняйте людям, кто не стоял там на рендже. Это у нас не стоял кто? ВП Хант вроде знает, Shadow не стоял, Мидарк не стоял, остальные вроде все стояли. Пока вы объясняете им, ну или можете в Дисе объяснять, я пока метки поставлю. Синтек на РНЖ будет стоять, пусть и объясняет. Ребят, кто на РНЖ, держите дистанцию, пропишите рейндж, сколько там, 10. И все, если кто-то в ваш радио заходит, вы отошли, либо, блядь, сказали, отойди от меня. Ну. Из труб будут литься лужи, смотрите назад, примерно боком стоите, смотрите, где лужи польются, оттуда заранее убегаете. Стоите в другом месте, там вам скажут, в какой метке стоять изначально. Типа вы примерно этой метке придерживаете, стоите. У вас может появиться еще маленький слизнюк, вы с ним просто стоите так же, дамажите в рейнже. Главное, только блин, отвернуть его надо. А если он смотрит вперед на босса, надо сделать так, чтобы, да, чтобы не плевался. Слизняки еще там рыгают, лужи появляются еще маленькие. От них отходите, просто не стоите в них. Да, но то есть все получается... и рейнжу держите. Когда вам скажут свести мелких, если так нужно будет... Вводите своего мелкого слизняка с другим слизняком. Все, и также на рейндж становитесь в свою метку, которую он назначит. Смотрите, значит, те, кто на рейндже, получается у вас вот Энг, Хэлла и Хилы тоже поставьте, ну, какой-то один из вас признан или бидон, тотем учения поставьте, чтобы это мгновенно происходило диспел. Ну, а первую, вторую пати тоже диспельте, потому что, ну, отвлекаться на хил, там человек, не знаю, тоже может сдохнуть, чтобы вот эта хуйня сразу диспелилась, болезнь. Значит, расстановочка такая, значит, звезде будет стоять... А чё, двух шаманов кинь просто первую, вторую пати? Да не надо, там надо... Они что-то... в пятой пати, да, ману резать. Гим нужен, на этот, на тотем для маны. Этот, значит, в звезде будет стоять два приста, Shadow, Мидарк, ваша зона. Эта метка не означает, что вы прямо в звезде должны стоять. Это вот, на себя сейчас метку поставлю. Это вот именно удобная позиция. Вот на четыре стороны света мы делимся. Вот, допустим, один стоит здесь, один вот здесь вот позади стоит.
здесь. Вы, это уже между вами рейндж. За, этот, за эту полоску не забегайте, вас потеряют хилы, не дохилят, не достанут. Вот, если, допустим, разливается справа, вот здесь вот разливается лужа, ваше движение, вы вот сюда перебегаете вот так. Оп. Один чуть впереди, один чуть позади. И здесь разливается лужа, вы также перебегаете. То есть чуть левее, чуть правее звезды. То есть чуть сюда, один здесь, один сзади здесь. Короче, за круг вот за этот лучше не заходить. Да, за круг этот не заходить. Дамажите и все это самое. Если что, смотрите, хуево, если по хп будет, тучку сдавайте. Если прям губительный газ там или что там, или если в луже долго выпрыгиваете, и в это время блевота босса идет, давайте сразу этот самый, тучку. Значит, тут два приста. В треугольнике притонус с хантом. В ромбике, значит, будет две совы. Вадикон с синтеком. В кружке, значит, будет... Ой, блядь, как бы это было не прискорбно. Элим будет. И Бенстиллер. Типа скиллованный. Равениан пускай под боссом стоит. Если вдруг кто-то сдохнет с этих восьми человек, Равениан, блинкаешься из-под босса на свободное место и бьешь на ренже. Если реснем там... это, ну, притон на себя дай, наверное, СС кули. Вот, на ханта частица, значит, один щит какой-то, Т4 желательно. Или какой там, призон, что ли, кинь тоже на ханта кинь, чтобы он поживучий был. Блять, я вам еще и ДД-фласки раздал. Ну, я не знаю, прям хильте хорошенько их. Вот все остальные, все, кто не названы, все стоят под боссом. Так, и еще, значит, для Вилаши у нас... И для тех всех, кто под боссом стоит. Тактика такая. Вот, когда происходит взрыв, вы собираетесь в крестик, вот где центр босса, где он стоит. И когда взрыв произошел, то есть лизень докастала, вы бегаете в квадрат вместе с боссом. Вот. Если там вдруг залито будет, вот на противоположной стороне метка. Такая же аналогичная, где там. Вот луна, давай вот здесь. Вот, и когда вы перебегите туда и вместе с боссом перейдете, и самое главное, за босса, когда вот он блевать начинает, забегите ему за спину и продолжайте хилить и дамажить. Вот, если вы за спину не забежите, получите столько урона, его просто не прохилит, а мы подохнем. Вот, ну а на это будет незыбкая Вилаша отдаваться и массакру в Архель там оставляю. Ну а на ХП, так, ну эти два на ХП на РНЖ стоят. Вот, ну на ХП мордаун будешь читать. Наверное, первый раз, ну если надо будет, первый раз будешь читать. Если будет второй взрыв, и шипешники у нас на рендже будут стоять, значит, они будут вдвоем читать на ХП на втором взрыве. Вот, и там все спокойствие, уж тастик, там за спину забежишь, спокойствие отдашь, там синтег, друид инвалид, тоже спокойствие дадите. Самое главное прохилить. Все, давайте проверка. Вилаша на боссе, на него на пул, я... Я один в рамбе стою. С тобой синтек должен стоять. Синтек, алло, блядь. Ты что там? Потерялся? Ну вы не рядом. Биг Дэм где? Я чё-то... 5, 4, 3, 2, 1... Герус пула. Вадикон, сведи маленького, ага, с каким-нибудь, вот, давай с этим. Главное, чтобы большой маленьких не ел, чтобы большой с большим сходился.
большой под боссом. Ой-ой-ой, блять, хуёво получилось, сука. Бигдэм фаниш. Ну ладно. Так, забагал походу. Хорошо. Так, еще большой. Пристомер. Равенен на рейндж, Вадикон резай его. Большой подвоз. Резнут приста, сразу захилить его. Добро. Так, 4 стака. Вставай, захиливайте. Захиливайте хорошенько на фул. Быстрее приста на фул. Так, большой там что ли? Ёбаный в рот. Сейчас будет взрыв, готовимся. Не дам. Блять, Варахеля нету. Готовимся, сейчас будет взрыв. Бля, блюю. Бежали, перебежали. Гимн на хп даем. Шаду тоже добавь гимн. Друид инвалид, Варахеля резай. Вот этих маленьких сведите. Блять, ладно. У нас двое. Большой справа, в кружке. На, он в рейндж, выйдет. В рейндж выйдите, кто-то пару хилов. Друид инвалид там. Все, стойте с маленьким, с этими. Большой подвоз. Сейчас заберу. Синтек Бенстиллера ресы. Ушатастик ресы Мидарка. Большой на синтеке. Угу. Мид пошел. Спасибо, нет. Синтек. Это хильте людей на фул. Бенстиллера захильте. Хэлла на РНЖ умер. Хорошо. Что там, немножко же осталось, да? Я если встану просто, а это, чтобы отхилили. Сейчас после давай, блевоты. Вставай. Вставай захилить. Встал. Нормально. Вот этих маленьких сведите в ромбике. Сведите их вместе с собой. А, в разные стороны, ладно. Что я под босс? Все, сейчас заберу. Уже добили. Травма. Неплохо. Хотел на друида себе травму, рот ебал, блядь. Блядь, не одно, так другое, нахуй. Обычно как, идешь тем персонажем, которым тебе надо идти, нахуй, не падает. Идешь другим, упало, нахуй. Угу. Бидон, пойдем быстренько квест скинем, куда там квест сделался. Пошлите квест сделаем. О, а чё, квест был? Да, квест. Это прям офигенно. А, я в обычке делал, все. Вспомнил.
Кинешь мне дарку? И балл взяешь. Спасибо. Сколько не было? Не, не было. Так, ну пошли профам. Чё там, блядь, замена никакая не подошла? Вон топа подошёл. Вот топу надо вместо НХ брать. Кто ещё там есть? Так, чё-то больше никого не видать. Че вы стоите? Пошли, заходим. Че, Синтек, наломали тебя с квестом? Ну че, в бычке сдашь? А чё у него? Он хотел квест взять и сдать, а они выполнили его, он взять не смог. Да и похуй. Все равно там багруха не выпадет. Да. Где эти бичи сдохли все? Квест сдают. Ну, у меня квест, кстати, выполнился, нихуя себе. Пойти сдать. Ну, на обратном пути сдашь. Ну или сейчас иди. Лучше сейчас, потому что если помолешь, то все, на связи. Так он не выполнил. Он уже выполнил. Не, выполненный, да. А, ну тогда смотри. Давайте, надо убить профа. Не, убить-то мы его убьем. Надо топу ага. Взять вместо. Я прям сейчас быстро попробую релогнуться. Ну, побольше даст. Надо еще где-то раздуплить людей. Где там хурюка нету еще, блядь. Он домой приходит, пишет. А. Нормально. Пизда, блядь, я по порталам не скликнул. Сам улетел. Ебаните шкаф. Кто тут не был? Это и Локи улетел, блядь. Тут не был тактику, смотрите, все очень просто. Вы на двух переходках, если у вас зеленый дебаф, идете в треугольник, упираетесь спиной. Если крестик стоите, в крестике бьете красного. Это самое главное. Ну, дамага мало, пиздец, я не знаю, как слизней будет бить. Но убить можно, если четко играть. Давайте шкаф. Нет у блока. Он на портал нажал и в Долоран улетел. Я понял, блядь. Сам долечу. Кого из ген БКшной заспасы? Сука, гоните сюда по Лерой. Да, там... Даже там нормальный камень стоит. На 35 СПД. А где Ханд? Так это другое или же... Пропал куда-то. А чё ювелирку-то не докачиваешь? У тебя же это обычно... Ну так, блядь, у меня же время дохуя изодрывать. Ты чё, не знал, что ли? А чё, голды вообще нету? За сервер голосуешь? Можно либо за сервер голосовать, либо просто за голду купить повреждёнки, либо порошок. Да, повреждёнки порошок. Дешевле, чем порошок. Ну это да. Давай НХ обратно пока. Принимай сумму. Ну да, печеньки приор. Больше вот хрен где возьмешь. Вот про это я и говорю. Сейчас он за 10% понадевается, потом будет только печеньки забирать. И дай. Блядь, топа, ну не было никого, ему повезло. Чё ему, блядь, за 400 жать? Блядь, ты чё ты ноешь нахуй? Ну... Повезло и все так же могли вести. К тому, что был разговор, что шмотки, которые нужны, отдаются за full DP, а не за 10%. Это типа... Дохуя, хотя бы 50%. Дохуя кому-то отдавали конкретно. То есть падает вещь,
То есть она никому не нужна, но человеку она нужна, блядь, и он ее забирает. Хавайте рыбу. Пусть Войт тут. Вообще. Хорошо, хорошо, я понял. А если бы, допустим, не было его нахуй, и просто на дис отдали бы эту шмотку? 50%. Она топовая, на дис просто 50%. 50%, да? Ну, нормально, ну, базарно. Ну, не на дис, тогда, если она не нужна никому, пускай она нам ходит на дис. Так чё? Так чё? Ему-то так она чё? Нужна. Какая? Я Войт спросил, блядь, мне шмотка нужна? Я сказал, нужна. Он мне дал шмотку. Какие, блядь, вопросы? А чё за вопросы? Чё а там штаны и кожаные. Что я штаны за 10% забрал? Бисовые. Бисовые? Ну там два человека по 10% нажимали, у него... А есть правила, типа, хуйня? Какая? Ну, типа, что... Бисовых шмоток? По майн-спеку, что, ну, типа, 10 не жаль. Нет. Ну вот, например, если пришли на с рука 5 фуриков, да, вот у них ни у кого нету тринки второй нормальной. Ну и падает воля гер. Вот, и они все, ну, все в пятером нажимают 10%. Ну, типа, хуйня, триня, залупа там, блядь. Ну, я кому-то отдам, у кого больше приор за сотку. Ну, если за сотку не захотят, то, ну, значит, триню не буду отдавать. Значит, отдам, заберу себе там на третий спек. Вот это что касается триньки. Это что касается триньки. Если, допустим, туда пришли, ну, в рейде никому не надо эта тринька, и, допустим, на медведя там кому-то надо, или на кота на четвертый спек, то тогда можно за 10% закинуть. Ничего страшного нету. Давайте бить, а? Да-да, давайте бить. Времени не так уж и много. А, я и забыл, чем мы сюда пришли. Я думал... Тут же проф есть. Тоже думал пришли поболтать. Пришли попиздеть на профу, да? Вот, получается, зеленый в треугольник с красный в крест, правильно? Все? Да. Все, понял. А с красный-зеленый бить? С красный бьешь красный, зеленый бьют зеленую. Все. Да я шучу. Ну слава богу. Че, все на месте? Биг Дэма нету, но. Он только что вот говорил минуту назад. Ну он, когда я начинаю говорить, он, наверное, уфает. Уфает звук. Пожрать пошел. Хорош. Я посвернутого. Ничего не сказали. Ну так. Ну так понятно. Ну только как? Ну а чё, блядь, сидеть, смотреть, ждать, кого-то проводите, что? Ну вот видишь. Мы ждем. Да и вот что-то. А, подождите. Жрём, не-не-не. Кушаемся. И это, не пуляем. О. Сейчас сначала накоплю эту хуйню. Дурит инвалид. Трюфеля. Ну там, не знаю, 16-20 будет достаточно. Омоложение, буйный рост. А чё кушать-то? Трюфеля кушайте. Воздух. Маговский. Инвалид. Дурит инвалид. Так, конечно, штрудель. Дурит инвалид, ты тут? Да-да-да-да-да. Омоложение, буйный рост на куклу. На куклу покидай. Омоложение. Сейчас КД буйное. Все, подходим ближе. Давайте на счет 3 будем начинать. Раз, два, три. Поехали. В лужах не стойте, блин. Зеленый, готовимся. И по профу хуярим изо всех сил. Ничего не стопаем. Хуярьте, хуярьте. Хуярьте, хуярьте. Хуярьте, хуярьте. Там, когда еще анимация идет, выливание из трубы, еще можно бить и переводить. Все, перевели. Это в треугольник. Зеленая. Зеленый в треугольник, быстрее успеете добежать.
красного бьем. Захиливаем быстрее людей на фул. Смотри, Ренин, если не успеют захилить глыбу, нажми там, щит маны. О, кто-то не забежал. Красный отойдет. Пельмени. Блять, мудачье нахуй. Падайте, диспельте. Диспельте, диспельте куклу. Какой мудак не забежал в треугольник, сука? Кого это сейчас выбрало, блять? Ты Равениан, что ли? Там два типа не забежало каких-то. Потому что он сначала на ренжу на одного пошел, потом на третьего пошел. Ну, смотри, там. Дрейтон последний валит. Раз оно. Друид инвалид. Бенстиллер. Ну нет, друид инвалид. Потом после него Invisible Sun. И после него там. Не вставай. У меня красный был. Нахуя вы встаете? У нас масрез есть. Бичи, блять. Этот слизень зеленый. Если на тебе зеленая метка, он только на тебя может накинуть на красную метку. Он не привязывается. Не ищет цель. Алло, блядь, для тех, кто еще не понял нихуя, напоминаю, блядь, когда идет переходка, сука, проф вызывает двух слизней на людей, на весь рейд вешается зеленый и красный дебаф, нахуй. У кого зеленый, сука, вы должны стоять уже в треугольнике, нахуй. Все, блядь. Никто не должен вне треугольника стоять. Таунтить будут, значит, первые 3 стака Вадикон, вторые 3 стака Рарник. Ну или вторые 3 стака Хукмастера, а там посмотрим Рарник, если надо будет по ХП посмотрим. Ешьте рыбу, Мидарк тут. Так, пока заход, то идти. А когда агрит там? Ты не таунтил, что ли? Нет. Хуёво. Знаешь, хулидрин будет когда таунтить? Каждые 10 секунд чума вешается. Там если полоска. Слышишь, Орел? Если понадобится, хулидрин помогу. В обычке попробовать. Ты омоложение кидай что-то. Не... А, вот. Все, 16. Давайте подходим ближе. На счет 3 начинаем. Да мудаки хули тут сказать на. Уже пиздец, конечно. И переводим, дамажим по профу больше. И готовьтесь в треугольник бежать, блядь, нашли его глазами. На ком дебаф сейчас появился. Быстрее, быстрее переводим.
Быстрее добивайте, быстрее, быстрее. Пельмени летят первые, сейчас через 3 секунды вторые полетят. Вот. И сейчас колбы еще будут, готовимся. Пельмени отошли. Смотрим, какой слизень сейчас будет. Берегитесь. Пельмени отошли. Зеленые выходят. В РДД стойте пока. Блять. Комбо разлил. Сейчас будет красный, 5 секунд, готовимся. Ну что это за залупа? Равенин, Мидарк нахуй, Призен. Вы чё, блять? ДПСа дохуя, что ли? Красный, готовимся. Лужи, выходим. Красного помогаем. Берегитесь. Блять, пельмени. Бомжи, блять, ебучие нахуй. Водикон Равенин, Рес и Синтек Шаду. И захилить их. Захилить быстрее. Захилить. Фулбаф, каскулап и пристабаф. Зеленый объем. Берегитесь. Ждем. Верим. Вы, блять. У шатастика друида инвалида ресы. Притон СС дашь по друиду инвалиду, когда время будет. Вы с чумой, сука, сбегитесь в рейд, нахуй. Блять, ёбаные бомжи, нахуй. Берегитесь. Друид инвалид, реса синтека. Луна такая, чума перекидывается. Ее надо в этот, в сносить, как он называется. В рейде, чтобы она перекидывалась, иначе она вас убьет, когда вы один стоите. Вот Синтека так убила. Больше по красному и по профу хуярим. Берегитесь. Пельмени. Дамажим, дамажим. После зеленого надо будет переводить профу. Больше по профу. Лужи вышли, лужи вышли. Сейчас плюну, пойду пить. Вот смотрите, 37% убить слизня. Пельмени. Убить слизня и переводить профа. Захильте рейд быстрее на фул. Да сука. Ёбаный в рот, нахуй. Говно ебаное, блять. Переводим быстрее. И готовимся в этот вбежать. Как у нас? А, еще 1%, нахуй. Хуярьте быстрее. По местам. Блять. Да бомжи, потому что бомжи, блять. Залупа это, залупа, хуйня, блять. Диспельте нахуй. Падаем, блять. 4 БР отдаем. Стой, 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 Кость. Стой, Кость. Неужели не видать, нахуй, этих ебаных пельменей, блять? Неужели непонятно, что надо в треугольник встать? Почему это так трудно доходит-то? Ебать его в рот, блять. Я не понимаю вас, почему так это трудно, блять? Ебаный по голове, блять. Скоро он там убьет всех, блять. Чё это за хуйня? Сейчас выйдем.
Равенин, блядь, не лови пельмени, блядь. Был дамаг 12 тысяч, а становишься меньше 9 тысяч дамага, блядь. Нельзя ловить пельмени вообще ни в коем случае здесь. И милики ловят тоже. Масрез дали, чё не встаёте? А там КД? У кого-то был КД, ну. Пиздец, блин. Где хурюк? Где там челики? Наш кем-то еще зайдет кто-нибудь? Истории нету, блядь. Где история? Пропал. О, звездофляга, блядь. Пиздец, конечно. Ну хуёво, хули. Зимнее волшебство, блядь. Синтек. Кушаем. Все, подходите ближе. На счет три начинаем. Раз, два, три. Лужа, выходим. Так, зеленого бьем. И больше по профу. Быстрее, там доты уже доедят. И по профу больше даем. Уже пиздец, а чё, сука, я хуя. Быстрее, дамажим, дамажим. Ничего не стопаем. И готовимся в треугольник уйти, блядь. Все дебафы свои посмотрели. Зеленые, блядь. Да что это за залупа, блядь? А чего он сдох? А чего ты сдох, блядь? Тема. Ебать. А как вы стоите-то, нахуй? Чума, нахуй. Бэра нету нихуя. Пиздец, нахуй. Ближайший БР у синтека минута 40. Уярим. Берегитесь.
Мини отходим. Это же пиздец, таз, блядь. Так, зеленый готовимся. Берегитесь. Блять, это ты пельмень так словил нахуй? Шадоу нахуй. Я вообще в ахуе нахуй. Берегитесь. Синтек будешь резать Винстиллера, а Вадикон Шадоу. Красный объем. Шадоу нахуй откладывается что-нибудь хотя бы. А то это залупа полная нахуй. Нам проще разойтись нахуй, чем тут сидеть. Проф по итогу не переводится, мы просто слизней пришли побить нахуй. Минус хэпал, блядь, заебись. Падаем, диспальте. Я не знаю нахуй, ну нет людей нахуй, ну, нету одетых нормальных людей. Ни тактику не знают, нихуя, блядь. И, ну, так не хватит ДПСа, блядь. Два тела будут лежать, мы будем просто слизней бить, нахуй, с вами. Вот и все, нахуй. Так что, блядь, я не знаю. Разойтись, чилить, нахуй, до лучших времен нам, нахуй, надо. Одевать людей в обычках, нахуй. Только без тех, кто шеймы сделал, нахуй. Потому что им-то, туда, им-то, сука, там ничего не надо. Нахуй надо, блядь. Пизду, нахуй. Я не знаю, какой план, нахуй. Можно пойти в другую гильдию поиграть, нахуй. Которая тоже, думаю, блядь, мог куда-то вступить. Да и похуй, думаю, поебать. Восемь тридцать, нахуй, поиграть, блядь. Параша, блядь, какая-то, нахуй. Данила, растяни рекаунт. Вот Шадоу, блядь. Шадоу, ты тут, брателло, блядь. Слава, я пошел. Давай. Давай, счастливо. ЕПшку накинешь потом. Давайте, удачи. Че у нас, расход, да? Ага. Да я ебу нахуй, ну а че тут делать, блядь? Нам тут нехуй ловить. Пельмени. Истории нету, курюка нету, нахуй. Челики там. Не знаю, нахуй. Пока вот мы Шадоу всяких, ну, Шатастик, не знаю, редко играет. Шадоу, Мидарк, вот. Кто там, Мэтфокса нету сегодня. Ну, вот таких вот челиков надо в обычках одевать. Ну, а хули второй рейд? Кто так, сейчас а на чё? Второй рейд? 36 человек есть, да, у нас онлайн. А, может, ГМХМ какой-нибудь? Я давай, согласен. Давай попробуем. Или ТТГ 25 второй, также. Ну, на выбор. ТГ, ТТГ, ТТГ. Да, ТТГ. ТТГ нахуй. ТТГ.